30 вековских семей получили сегодня ключи от новых квартир. Это те, кто пострадал от прошлогоднего паводка. Потопленные дома по улице Луговой оказались непригодными для проживания. Теперь жильцы поселятся в благоустроенных квартирах с чистовой отделкой. Особенность этого дома то, что будет экономичное. Здесь отопление полностью поквартирное. Ну и самое главное, хочу сказать, вот рядом стоящие дома, они все стоят водой, в этом доме воды в подвале не будет никогда. Это просто я заверяю. За качество гарантируете? За качество мы гарантируем. Очень рады, мы очень долго ждали эту квартиру. Не то, что мы, дети ждали. Каждыми днями мама, когда ключи дадут, конечно, охота и в уют, и в тепло тут, и вода горячая, и ведра таскать не надо. Радости, как говорится, море.